Ребят, это хет-трик. Это локация, это виды, это новые стильные дома. Как для проживания, так и для бизнеса. Всех приветствую. Я на втором этаже барнхауса. Решил начать записывать видео вам сверху. Отсюда все виднее, между прочим. И к тому же на улице дождь. В помещении оно как-то приятнее сейчас. Смотрите, второй этаж. Сколько у нас здесь света. Какие просторы, собственно говоря. Потолки 7 метров. 7, ребята, метров. Просто супер здесь дышится, никак не ощущаешь себя ущемленным. А с чего бы это видео хотел вам начать рассказать? Вы знаете, с живой жизненной ситуации, как говорится, с живого реального кейса. Смотрите, это вид вот на ваш участок. Туда у нас, собственно говоря, вид в сторону аэропорта и моря. Да, его видно урывочками, но оно там есть. А в эту сторону у нас вид на Краснополянские горы, на Ибгу. Смотрите, там до сих пор снежные шапки. Сейчас главное, чтобы он правильно сфокусировался. На зелень, то есть сейчас там не очень прям стопроцентные виды, потому что там облака, дождики, тучки. Это у нас тоже два дома с коттеджного поселка Барнхаус. Здесь у нас третий домик, мы находимся в первом. Ко мне родители в июле прилетают и говорят: Олег, мы хотим пожить в домике с внуками. Начал искать этот домик, и вы знаете, это огромная проблема, ребят. Знаете, в чем проблема? Если этот дом хороший, либо очень хороший, это прям какие-то неприличные суммы, чтобы вы понимали, 400-500, и это не предел, 600-700 тысяч за квадратный метр, тьфу, блин, за весь домик, разумеется, в аренду в месяц. То, что по бюджету родителей, например, там в районе 100-150 тысяч на один месяц, это большие проблемы. Это большие проблемы, потому что это старенькие домики, хорошо, что их хотя бы покрасили и пол помыли. Вот, поэтому с арендой в Сочи домов в 23-м году реалии таковы. Либо ничего нет, либо это очень-очень дорого, либо забронировано по нормальным ценам на полгода вперед. Это, кстати, вот пуфики, которые в небольшом ролике снимал, они вам очень сильно понравились. Это в подарок будет покупателю. Они вот здесь, чтобы от дождя их спрятали, они здесь сохнут, обживаются, ждут вас. Так вот, продолжим. Ну вот смотрите, я на терраске. Выход у нас отсюда. Вот это участок конкретно этого дома. Видите, парковка, она входит сюда, именно в участок. Под два автомобиля. Заехал я оттуда. Там натлита новая бетонка без проблем через шлагбаум по звонку. Второй участок у нас заезд вот здесь. Давайте я вам с верхотуры покажу. Вот у нас его участок. Вот, соответственно, сам домик такой же. Виды просто отличные на зелень. В ту сторону у нас снежные шапки видны. А в той стороне у нас аэропорт и море. Вот, кстати, со второго этажа, с полки вот этого дома, здесь все видно. До старого Краснополянского шоссе здесь 1,2 километра 4 минуты, ребята. Я прям засек, когда сюда ехал. То есть локация наидеальнейшая. Налево вы уезжаете в Красную Поляну, направо вы уезжаете в Сириус, набережную Меретинки, Адлер, пожалуйста. То есть это круглогодично будет сдаваться, возвращаясь к нашему вопросу об аренде и то, с чего я начал вам, собственно говоря, сегодняшнее повествование. Здесь у нас, видите, обожженная доска, покрытая лаком специально, чтобы это выглядело как декоративный элемент, как состаренная, как будто доска дом. Так вот, ребят, проблемы, собственно говоря, с арендой домов. Выкупив один такой дом, либо лучше все четыре, вы получаете пассивный бизнес, который у вас окупится за 7-8 лет в идеальной локации. Почему я так уверен? Потому что я уже выше проговорил, это круглогодичная сдача. Зимой 6 месяцев вы сдаете в сторону Красной Поляны, летом 6 месяцев и весной вы сдаете в сторону моря. И это будет сдаваться круглый год. Здесь есть чем заняться вокруг. Это очень большая площадь дома, 100 квадратов. Наверху можно сделать, собственно говоря, две спальни, внизу еще одна спальня. Здесь большая кухня-гостиная, санузел большой, декоративные элементы в дизайне. Они делаются, они будут продолжаться. Забор уже заказан, покрашен, кстати, с этим соседним коттеджным поселком, который стоит в 2,5 раза дороже, будет общий забор, все в едином стиле на подъездных путях. Поэтому, ребят, это отличный вариант, это хороший шанс купить в Сочи за недорого, купить очень быстро и получать пассивку потом хоть 20, хоть 30 лет вперед. Это у нас территория. Вот, кстати, вот из этого камня будет делаться здесь габионка, как это все выглядит. Смотрите, здесь специально и умышленно сохранены зелень. Вот эти камни.
То есть вот эти альпийские горки, все это сделано умышленно, ребят, чтобы было уже сразу обжито, дорожечки то здесь выложатся и так далее. Это из центра поселка коттеджного между четырех домов. То есть здесь нет такого, что все в бетон закатали. Мне эта концепция, кстати, ближе. Поэтому все это выглядит на сегодняшний день вот так. Доделать здесь осталось минимум, собственно говоря. И это к чему что? Если приобретете эти дома в ближайшее время, то в этот сезон, доделав и установив мебель, чем поможет застройщик, чем поможем мы, собственно говоря, уже можно стартовать. Повторюсь, по году ежемесячно от 200 тысяч летом цену можно смело поднимать. Почему? Да потому что дефицит. Потому что лично сам с этим столкнулся. Проблемы аренды конкретно домов. Квартир, да, много, гостиниц много, апартаментов много, домов нет. Все хотят на природу именно в Сочи. Ребят, всех обнял. Идея супер. Если вы готовы инвестировать и зарабатывать, контакты в описании, контакты в этом видео. Ну, вот такой домик, это зал. Все старенькое, но чистенькое. Это у нас санузел, кухонка и спальня. На лето 100 тысяч в месяц весь домик. По факту у нас здесь закрытая территория, вот шлагбаум, накрывается он по звонку, и сейчас поедем дальше. Ну вот, шлагбаум у нас открыли, дальше двигаемся, смотрите, какое здесь соседство. И рулить, и снимать. Заезд, асфальт, потом новая бетонка. Это у нас аэропорт. Только что сел самолет. Вот он, фара светит. Виды на море у нас. В эту сторону у нас виды на зелень, на зеленую стену и на снежные шапки Кавказских гор. И сами стильные современные дома со своей территории. Ребят, это хет-трик. Это локация. Это виды, это новые стильные дома. Как для проживания, так и для бизнеса.